оформление фюзеляжа боевых вертолетов. Вот в этом цехе. Вот он совмещает в себе эта грузовая кабина. Это 8 человек десант. Ресторан открывается, имеется специальные дворневые установки. Ну вот. Потому что показатель выручки, он сегодня как так она не разгонится в Европе. Она не, подожди, а почему они не заказывают нам тогда, если... У него задачи, то есть это вот то, что не хватает. Как раз то, что не хватает, да. И рулевые лопасти тоже. Плюс к этому. Это тоже испытатели? Это да, это вот первый образец с этими двигателями. Эти удобрения. Единственное, у него вот мощи не хватало, когда он полный заправ. Нормально, да? Тоже да, возможность полетов ночью, для применения, боевое применение ночью, навигация, выхода. Ночью за счет тепловизора? Да, 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 обзорно-печерная станция ФС-24 уральского производства. Вместо радуги стоит. Вот. Пушка 23-мм калибра. Все, что непрозрачное, защищает от горошечного снаряда. Это более мощная защита. Ну и сам вертолет имеет пушку калибра 30 мм. Это уже посерьезнее, да?
Конечно. Где ракеты? Ракеты «Атака» идет, 16 управляемых ракет, либо блоки неуправляемых ракет калибра 80 мм, либо 122 мм. Это начальник. Да? И сколько у вас налет? Я инженер. Да? Командующий. Спасибо.